течение многих лет не могу решить свой жилищный вопрос. Примерно так начинаются практически все обращения детей-сирот в аппарат уполномоченного по правам человека. В пятницу состоялось заседание экспертного совета при омбудсмене. Очередь на получение жилого помещения среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в регионе не сокращается. А все потому, что количество квадратных метров, которые ежегодно приобретают муниципалитеты, не покрывает реальную потребность. Плюс помещения, которые предоставляются, зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии. На октябрь текущего года в очереди за жильем 2265 человек. На базе 5 организаций для детей-сирот есть социальные гостиницы. Однако омбудсмен обращается к правительству Ивановской области с просьбой об открытии центров для временного проживания сирот до получения ими жилья по очереди. Решением этой проблемы могло бы стать включение на законодательном уровне нормы о дополнительной поддержке детей-сирот. В чем она выражается? Компенсации детям-сиротам денежных средств за найм жилья, а также строительство социальных центров временного пребывания. Я сама познакомилась с практикой работы Тулы. Это касается детей-сирот и лиц из числа детей-сирот. Очень часто это связано, когда у нас освобождают из мест лишения свободы этой категории. Так вот, в Туле нет вопросов. Они когда приезжают, если им не могут из временного жилья предоставить, да, им предоставляют право снять квартиру и найм оплатят. За квартиру. Все. Ну а коммунальные услуги, конечно, они сами будут оплачивать.